Рамазан, твое мнение насчет 10-метрового назначенного в конце и вообще справедливый ли результат и Цумада в концовке упустила победу? Несколько слов о матче. Ассаламу алейкум всем. Ну, насчет пенальти, это надо уже повтор посмотреть. Там уже адекватно будет, был пенальти или не был, это уже нужно будет на повторе посмотреть. Упустить-то упустили, были моменты и у них, и у нас. Ну, я думаю, это ничья, наверное, такая закономерная получается. Но судейство тоже чуть хромает в любом случае. А где Цумада черпает такое вдохновение и мотивацию для того, чтобы в каждом матче вот так на все 100% выкладываться? Вроде бы турнирных задач особых нет, но мы видим, что Цумада борется за каждый мяч. Судьи заряжают нас. Игра была, честно говоря, напряженная. Ну, я считаю, что мы больше владели мячом. Больше моментов было, но не реализовали просто. С этим связано то, что ничья. По поводу пенальти, ну, я думаю, то, что был. Потому что точно такой же пенальти нам тоже дали в наши ворота в предыдущих играх. А вот по поводу концовки, ну, думаю, мы заслужили хотя бы ничью. Ну, победу, думаю, мы заслужили больше. Мейкот сейчас в таком непонятном состоянии, турнирной таблицы, вроде бы и за выживание не борется, и за первые места. Но задача в команде какая стоит? Побежать в каждой игре? Да, конечно же, это у нас в приоритете на первом месте, чтобы как можно выше подняться, да, все-таки.